Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. И, конечно, я понимаю, что большинство инвесторов компании Агам и ФВАМ ждет каких-то позитивных новостей, но боюсь, что в данном видео новости будут скорее печальные. Но вначале я хотел бы зачитать для вас сообщение от известной Киры Антипиной, которая проводит бизнес-кофе, которая проводит презентации. Вот ее сообщение от 7 июня. Эх, братцы, как у нас все круто и классно в корпорации. Либо просто поверьте, либо заставьте себя думать, анализировать, складывая пазлы воедино. Скоро, очень скоро совершится долгожданное событие. Ну, я так понимаю, долгожданное событие – это восстановление работы компании в августе, как мистер Диего обещал, ну и выплаты. Эмоции зашкаливают, душа поет и радуется, и все очень хорошо. Ну, как видим, Кира на позитиве, душа у нее поет и радуется, и все очень хорошо. А между тем, в четырех странах, которые были заблокированы первыми, инвесторы не могут вывести свои деньги уже больше года. Вот, например, пользователь с ником MasterKidSuperEgo, судя по всему, он проживает в Казахстане, потому что у него на канале ролики на казахском языке. И вот этот пользователь на моем канале в комментарии написал: «Вот умер родственник от инсульта вчера. Он вложил 10 миллионов. Я так понимаю, тенге. Это примерно 25 тысяч евро. И квартиру продала жена. Вот такие печальные новости. Мои соболезнования родным и близким этого человека. Очень печально». Так вот и получается, что пока одни прыгают от радости, у кого душа поет и радуется, в это время в тех странах, где уже больше года вывода нет, например, в Казахстане, уже люди умирают. Конечно, сейчас найдется какой-нибудь умник, который скажет: так люди умирают, потому что вот кто-то, типа Жарикова, записывает разные негативные ролики. А вот если бы Жариков и прочие негативные ролики не записывали, типа вот все были бы довольны и счастливы и так далее. Так вот, для таких вот, повторяю и поясняю, что если бы компания свои обязательства выполняла и платила бы инвесторам каждую неделю, как раньше, то всем инвесторам было бы глубоко фиолетово до того, что там пишет Жариков и другие товарищи. Все были бы на позитиве, как и раньше, все были бы довольны. А все проблемы из-за того, что господин Рабало и прочие прочуханы, Пистюки и Абакумова тупо не выполняют взятые на себя обязательства. И в компании, несмотря на все рабаловские обещания, уже больше года нет выплат. Так что не надо валить с больной головы на здоровую. Андрей Жариков в своих видео всего лишь озвучивает факты. Как говорится, факты – вещь упрямая. Если вам эти факты не нравятся, так это, господа, ваши проблемы. А агрессию вашу направляйте не против тех, кто озвучивает факты, а те, кто взял ваши деньги и не выполняет свои обязательства выводить вам прибыль каждую неделю. Напомнить, кто улыбался вам со сцены и рассказывал красивые сказки про банк Агам, про то, что скоро платежные системы подключат, кто меморандум вам подписывал и так далее. Или сами вспомните. А самое-то печальное, что такие вот позитивно настроенные, как Кира Антипина, у которой душа поет и радуется, продолжают своим позитивом заражать других и продолжают приглашать новых инвесторов в компанию, где уже люди умирают из-за того, что год вывести ничего не могут. И теперь, зная об этом факте, давайте прочитаем еще раз сообщение Киры. Либо просто поверьте, либо заставьте себя думать, анализировать, складывая пазл воедино. Если вы этому совету последуете, все будет хорошо, будете на позитиве. То есть Кира, по всей видимости, так и делает. Только вопрос, а как эти слова помогут умершему и его родственникам? Они как не помогут. Все. Для умершего и его родственников поздно верить, поздно заставлять себя думать, поздно анализировать и поздно складывать пазлы воедино, Кира. Это уже не игры, господа. Это вопрос жизни и смерти.
А тем, кто сейчас продолжает подключать новых людей, продавая им свою внутрянку, предлагаю задуматься. А что, если действительно выплат ни в августе, ни потом уже не будет? Что оказывается, Жариков и прочие, кто говорит о скаме компании, были правы. И представьте, среди тех людей, которых вы подключили за последние месяцы, тоже окажутся пожилые, со слабым сердцем. И кто-то не выдержит, так же, как этот человек, и умрут. Как чувствовать себя тогда будете, господа позитивщики, когда могильным холодом повеет? Если знаете что-то о подобных случаях, напишите в комментариях. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.